Добрый день, представляю вашему вниманию обувь Голландия. Подробная информация, ссылки под описанием. Начнем с вами вот с таких вот туфель на шпильке, острый носик, классный такой цвет металлик, размерчик 37. Босоножки на небольшом каблучке, размерчик 38. Туфельки на небольшом каблучке, размерчик 39. Сабо на каблучке, размерчик 39. Туфли на небольшом каблучке, размерчик 42. Такие вот босоножки на тонкой шпильке, размерчик 39. Такие вот они, очень прикольные. Так, балеточки, размерчик 37. Вот такие вот мокасинчики 39 размера. Сандалии. Размерчик 41. Легонькие. Тоже сандалии. Размерчик 39. Размерчик 39. Вот такие вот сланцы. Размерчик, я думаю, 40-41. Такие вот балеточки. Размерчик 40, очень легкие, мягкие. Вот такие босоножки на каблучке, размерчик 40. Очень легкая подошва. Здесь у нас H&M 39 размера балетки. Вот такие вот тапочки 40 размера. Сланцы, размерчик 41, очень мягкая стелечка, такие вот, как типа кеды 38 размера, очень плотненькие, ботиночки 41 размера H&M, ботильончики на каблучке, размерчик 38, без замочка сбоку. Ботильончики на танкетке с замочком, размерчик 41, выглядят очень аккуратно. Ботиночки с резиновой вставочкой, без замочка, 40 размера, остренький носик и небольшой каблучок. Кеды, размерчик 41, очень легкие. Такие вот сапожки идут с замочком, размерчик у них 38-39, не указано. Так, сейчас на стелечке еще посмотрю. Нет, не написано. Цифра 5 написана. Такие вот классные, аккуратненькие сапожки. Мужские ботиночки на замочке, лакированные, размерчик 45, тоже очень крутые, прям новые. Здесь тоже вот такие классные с этикеточкой, мокасинчики или туфли, размерчик у них, так, не указан, я думаю, 45, наверное, цифра 12 стоит. Такие вот туфли мужские на шнурочке, тоже очень классные, 45,5 размерчик, такой небольшой каблучок, шнуровочка. Такие вот кроссовочки, размерчик 37, кеды на шнуровке, размерчик у них 38. Детские кроссовки, бутсы на шипах, размерчик, так, сейчас, 37,5. Вот такие вот
детские ботиночки высокие, внутри как будто бы шерсть, 22 размерчик на липучке. Adidas кеды, размерчик, сейчас посмотрим, на 14,5 сантиметров ножку. И вот такие вот тапотулечки для совсем маленькой ножки. Размерчик не указан. Но я думаю, наверное, на 19 сантиметров. На 20 или 19 сантиметров. На этом все. Спасибо за внимание. Подробная информация в ссылке под описанием.